Карина, мы готовы. Карина, мы готовы. Карина, мы готовы. Всем привет! С вами вот и Карина. Милые танкисты, вы меня просто завалили валентинками. Так приятно! Я прямо расцвела от ваших комплиментов и от весны. Спасибо вам! Спасибо, мартовский кот. Очень неожиданно и приятно. Весна – время перемен. Спасибо, мастер. Весна – время перемен. Ребята, спасибо вам большое. Вы клевые. Но раз вы настаиваете, то поговорим сегодня о нас, ваших боевых подругах. И начнем мы, как обычно, с ваших вопросов и комментариев. Олег Жуга или Жуга спрашивает: Карина, почему в Антарктиде тают льды, если самая теплая улыбка здесь? Олег, на этот вопрос у меня нет ответа. Есть только вот это. Тарас Дреев пишет: Карина, если тебя насильно заставляют сниматься в видео и удерживают в ВГ, подмигни одним глазом в следующем выпуске. Тарас, не заставляют. Мне нравится сниматься для вас. Russian Gamer интересуется: Карина, а какую породу собак вы больше всего любите? Russian Gamer: ну, конечно же, мне нравятся бульдоги. Немецкие, американские, китайские и французские. Помните, в прошлом выпуске Маркиз Дюжарден спрашивал, что такое любовь? Макс Райдер предложил еще один ответ на этот вопрос. Макс, мне нравится твой вариант. За творческий подход ты получаешь 500 голды. Пишите в комментариях ваши варианты, что такое любовь. Лучшее мы проиллюстрируем и вручим автору 500 единиц золота. Алексей Щеголев пишет: Карина, у меня 75% побед. Как понизить стату? Если не секрет, скажи. Алексей, на этот вопрос я могу ответить и без советов наших комьюнити-менеджеров и статистов. Понизить статистику легко. Вот самые распространенные способы. Играйте в одиночку. Не думайте о команде. Не смотрите на мини-карту. Только вперед, к любимому прострелу. Старайтесь погибнуть как можно быстрее. Например, на ЛТ дайте быстрый и почти бессмысленный засвет. И погибните героем. Пусть ваши союзники останутся без света до конца боя. А можно наоборот, спрятаться в пышных кустах возле базы и подождать. Когда враг уничтожит всех союзников, он приедет к вам. Вот тогда начнется тир. Вы станете прекрасной мишенью. Хороший способ проиграть и подставить команду – упороться. Не стойте за укрытием. Увидели рядом слабого соперника – вылезайте на него. И не думайте, прикрывают его или нет. Уничтожить легкую добычу любой ценой. Давите на ЛТшках, устраивайте засады на тяжах, светите на арте и все в таком духе. Так вы понизите не только свою статистику, но и всех союзников, с которыми играли. Но если хотите статистику поднимать, а не опускать, то делайте все наоборот. И это были далеко не все типичные ошибки. Поставьте видео на паузу и прямо сейчас напишите в комментариях, какие ошибки вас, так сказать, больше всего огорчают. Написали? Тогда продолжим. Одна известная француженка как-то сказала: в ангаре каждой женщины должен быть маленький черный танк. Ну, или большой. Как думаете, какие еще танки должны быть в ангаре каждой танкистки? Объявляю конкурс на лучший стиль для женского танка. Условия простые. Сделать самый красивый и интересный стиль при помощи декалей, красок, эмблем, камуфляжей и цифр, посадить в него женский экипаж, сделать скриншоты и прислать мне на почту вместе со своими игровыми никами. Авторам трех стилей, которые мне понравятся больше всего, я вручу игровое золото.
по 500 единиц каждому. Красота спасет мир. Жду крутых стилей. Как минимум, я уверена, что меня порадует Карпентер. Это тот самый танкист, который делает мемы в промышленных масштабах. В прошлом выпуске у нас было две его картинки. Но тогда я не знала автора и поэтому не наградила его. Исправляюсь. За два мема из прошлого и за два из этого выпуска Карпентер получает 2000 голды. В этот раз он предложил отличный стиль на 23 февраля. И смешно, и грустно. Грустно, потому что, девчонки, ну сколько можно дарить носки? Носки мужчины и сами себе купят. От нас они ждут других подарков. Главное, помните, между 23 февраля и 8 марта всего 2 недели. Как вы поздравите своего мужчину, так и он вас. Вот Карпентера, видимо, хорошо поздравили. Смотрите, что он предлагает дарить нам. От островешки в ангаре я бы не отказалась. А еще две картинки мне прислали, но ников не указали. А зря. Вы же знаете, как я люблю животных. Так что смело ищите смешные фотографии зверей и делайте свои мемы. Например, такие. Присылайте их мне на почту. Только не забывайте указывать свои танковые ники. За самые смешные мемы, которые попадут в выпуск, приславший получит 500 голды. Переходим к хорошей новости. Для всех моих зрителей у меня есть сюрприз. Специальные боевые задачи лично от меня. За простую вы получите 6 вот таких сердечек. За сложную – личные резервы на опыт, кредиты и опыт экипажа. Чтобы получить эти задачи, введите на сайте бонус-код. Дерзайте, танкисты! 8 марта вот-вот наступит. Девчонки, поздравляю вас с праздником! Будьте всегда прекрасными и играйте во взводе с нашими танкистами. Они клевые! На этом у меня все. Удачи в бою! Карина, если тебя насильно заставляют сниматься в видео и удерживают в ВГ, подмигни в следующем выпуске одним глазом. Ой, давайте еще раз. Весна, время перемен. А сейчас я вам покажу, что лежит в ящике.